друзья, это тест безумия. Тест абсолютное безумие. В Новый год литр, наверное, актуален, для кого-то пол-литра. Сколько же литров сюда влезет? Смотрите видео, подписывайтесь, если вам интересно. Ну, посмотрите, что будет из этого получится. Сзади меня тут, видите, вода. В общем, для эвстопа это серьезное испытание. Как говорил один герой фильма 2012, так что сядь и пристегни ремни. Друзья, ну, привет, с вами Семёныч. Сегодня такое видео-экспромт. Вы знаете, что я один из рюкзаков, которым я пользуюсь, большой рюкзак, это Цилопа от F-Stop. Мне он очень нравится, причем это классическая старая Цилопа. Доступ ко всем находится с внутренней стороны спины. Рюкзак имеет каркасное основание, которое жесткое. И мне всегда было интересно, указано 62 литра, новая Цилопа, она меньше объемом. Это Цилопа увеличенного, 62 размера. Мне всегда было интересно, несмотря на то, что это компактный рюкзак, очень тонкий, плоский. Сколько же в него можно вместить? И чем измерять? Ну, песком я не стал бы измерять. И по какой-то причине вот так все сошлось под Новый год. Я решил это измерять в объемах воды. И поэтому сегодня мы отправляемся узнать, сколько же килограммов или литров. В общем, друзья, я решил тест сделать для F-Stop'а. Цилопа, вы знаете, он большой рюкзак. В общем, я хотел сейчас вот эти 100 метров попробовать донести в нем максимальное количество воды, сколько в него влезет. Мне даже интересно, сколько поместится. Ну, начнем, наверное, 10 бутылок, да? Влезет туда 10 бутылок. Это будет 20 килограмм. Посмотрим, кому нравится. Ну, вот такой эксперимент новогодний. Воду мы пьем. Ну, попробуем вложить в него. Не знаю, тут будет 10, нет, может быть и не будет. Может и влезет, может и не влезет. Так, 4, 5, по-моему, даже столько нету, сколько я помню. Обидно будет, однако. Так, это у меня 7, надо еще. Чем еще не хватило мне? Еще 3 бутылки. Я хочу 10 попробовать. Будет 20 литров как раз, 20 килограмм. Но надеюсь, что влезет мой рюкзак все это. Надеюсь, я смогу это поднять. Посмотрим, что выйдет. Здесь, по-моему, 6-8 штук. Если влезет. Там не 10, там не 10 бутылок, их 12 бутылок. Я еще умудрился с помощью гейткиперов закрыть еще 2 бутылки в наружных карманах, ну и боковых. Поэтому сейчас придем, будем разгружать. Так что вот сегодня такой водяной тест. Значит, смотрите, у меня в карманах 2 бутылки, каждая по 2. Пристегнутые ремнями боковыми. Дальше. Здесь у меня есть отсек наружный, который гейткиперами специальными пристегнут, чтобы это все не развалилось. Соответственно, сюда мне удалось тоже еще одну засунуть бутылку. Это следующий этап. Ну и основное отделение, честно говоря, пришлось даже возвращаться. Потому что я думал, что влезет меньше гораздо. Три. Как вы думаете, сколько влезет? Еще. Диван потом придется протереть, но я думаю, что ничего страшного не будет. Еще. И еще. Так, итого смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Это символично, 12 знаков зодиака, 12 месяцев в году. Вот такой вот Цилопа F-Stop. Сумасшедший рюкзак по качеству. Сумасшедший Фолионыч со своим тестом. Так что вот, встречайте Новый год.
если вам нужен качественный крепкий рюкзак, причем я нес, не развалился ничего, хотя недалеко было, но тем не менее, все это поместилось. Вот такой вот водяной. Да, друзья, я совсем забыл. У меня же есть еще дополнительные аксессуары вот такие, которые позволяют еще пристегнуть пару бутылок. Поэтому еще, в принципе, можно было пристегнуть дополнительно две бутылки снаружи. Ну, не знаю уж, насколько это... Ну, во всяком случае, это вот так вот делается. Поэтому еще две бутылки как минимум можно было пристегнуть. А может быть и больше. Забыл штуку.